Отсутствие снега в предновогодние дни совсем не радует уваровцев. Поэтому погоду делают они сами, чтобы поднять настроение и создать праздничную атмосферу. Витрины магазинов сияют ледяными гирляндами. В торговых залах наряжены елки, а прилавки украшены россыпью снежинок. Так, готовясь к новогодним и рождественским праздникам, многие из предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения становятся участниками конкурса «Рождественская витрина». Ведь это не только радует глаз, но и повышает покупательский спрос. Уварским предпринимателям предложено посоревноваться в мастерстве праздничного украшения объектов потребительского рынка. Члены жюри оценят участников по нескольким критериям – художественному оформлению фасадов, входных зон, прилегающих территорий. Те из них, кто проявит максимум фантазии и удивит конкурсную комиссию, станут обладателями наших призов. По итогам конкурса будут присуждаться 4 призовых места, и для торжественного награждения победителей пригласят в администрацию. Заявки на участие в смотри-конкурсе «Рождественская витрина» принимаются до конца недели в отделе экономики малого и среднего бизнеса. Горожане отмечают, что к Новому году преображаются городские улицы. Особенно это заметно в вечернее время. Очень красиво, очень. Я шла на прогулку, гуляем с мужем здесь с собакой. Издалека обратила внимание, красиво очень. Даже вот прям сердце радуется, что такие украшения в городе появляются, прелесть какая-то. Спасибо большое городу. Город активно занимается созданием праздничной атмосферы, комментирует начальник отдела ЖКХ Мария Нехорошева. Монтировать световые украшения несколько мешают погодные условия, но, несмотря ни на что, все задуманное осуществляется. Мы установили 2 новогодние елки традиционно в 2 микрорайонах нашего города. Кроме этого, сейчас ведется организационная работа по украшению мест массового отдыха наших горожан. Вот сейчас мы приехали, сегодня мы сделали гирлянды в сквере влюбленных, где у нас особо большое количество горожан отдыхает. Поэтому мы здесь постарались создать праздничное настроение. На завтрашний день мы планируем продолжить работу по монтажу новогодних гирлянд по улице Шоссейная. Кроме этого, в заключении у нас еще планируется приобретение новогодней вывески, которую мы сделаем на фасаде одного из муниципальных учреждений на центральной улице города, и световые фигуры, которые мы также смонтируем по улице Шоссейная. На сегодняшний день мы силами, конечно, и предпринимателей, и собственников всех объектов, которые находятся на территории города, которые активно откликнулись на призыв администрации поучаствовать и нарядить свои объекты к новогодним и рождественским праздникам. Им за это огромное спасибо. Все у нас светится, все сияет. Очень отличная световая реклама. К Новому году и Рождеству для жителей и гостей города подготовлены различные развлекательные мероприятия. Поэтому в долгожданные и всеми любимые праздники яркое красочное оформление станет хорошим дополнением. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, Виктор Викторов, «Наш город».